С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента от компании Sigma. Это Sigma Grad 6004-265. Набор, состоящий из 94 предметов. Немного о бренде Grad. Grad — это бюджетная линейка у компании Sigma набора инструмента и обычного ручного инструмента. То есть бытовой инструмент. Можно сказать, что инструмент бюджетный. То есть, ну, соответственно, и цена на него держится довольно низкая. Набор поставляется в пластиковом кейсе. Сверху идет вот такая упаковочная коробка рыже-зеленого цвета. Видите, логотип Grad. Здесь комплектация. Данные наборы изготавливаются в Китае на заводе. То есть это заводской Китай. Два рабочих квадрата идет в наборе. 1/4 и 1/2. Комплектация стандартная, как для 94-х наборов. То есть у всех брендов одинаковая комплектация, а также самое в Граде здесь все стандартно, как в 94-м наборе идет. Начнем с трещоток. Два рабочих квадрата, 1/2 трещотка. Трещотки на 48 зубьев. Длина трещотки 260 мм под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4 длина 165 мм. Трещотки на 48 зубьев, имеют реверс, право-влево, быстрый сброс. Они разборные, можете разобрать, внутри смазать или обслужить. Рукоятки здесь идут комбинированные, резина-пластик. Зеленые вставки — это пластик, все остальное черное — это резиновое. Есть также логотип на металле, Grad надпись. Материал изготовления, который указывает производитель данного набора, металл, хром-ванадиевая сталь. Сверху нанесено защитное покрытие на металл. Далее, Т-образные воротки под квадрат 1,4 и под квадрат 1,2. Под квадрат 1,4 длина 11 см, под квадрат 1,2 длина 250 мм. Если снять переходник, получаем еще удлинитель 250 мм. Этот переходник можно использовать для перехода с 3/8 на 1/2. У кого есть трещотка или вороток под квадрат 3/8, можете использовать головки из набора. Далее удлинители 120 мм, еще один удлинитель под квадрат 1,2. Не 125, как обычно, идет здесь он 120 мм. Под квадрат 1,4. Три удлинителя. 50, 100 и 150 мм – это гибкие удлинители для труднодоступных мест. Два кардана. 1/4 и 1/2. Кардан, вы здесь видите, скреплен металлическими вставками. То есть не винты, как в профессиональных наборах, а здесь обычные вставки из металла. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Есть присоединительный квадрат сверху, для того, чтобы можно было подсоединить трещотку. Отверточная рукоятка используется или с головками под квадрат 1,4 для труднодоступных мест, где вы не подлезете трещоткой и воротком, или с битами. Дальше я покажу эти биты отдельно. Биты, прессованные в головку. Ручка здесь из пластика полностью. По головкам. В наборе два рабочих квадрата, 1/4 и 1/2. Головки под квадрат 1,2, общее количество 18 штук. Самый маленький размер 10 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 190 грамм. Головки шестигранные. Надпись «Хром-ванадиевая сталь», 32 мм на металле и «Grad» логотип. Головки под квадрат 1,4, общее количество 13 штук. Самая большая у нас 14 мм и самая маленькая 4 мм. Верхние крышки, набор бит,
под квадрат 1,4 и под квадрат 1,2. Под квадрат 1,4 общее количество 17 штук. Есть биты Torx. Биты шестигранные. Шлицевые и крестовые. Также биты под квадрат 1,2, крестовые, шлицевые, биты Torx и шестигранники. Биты под квадрат 1,2 применяются с таким вот переходником. Вставили нужную биту и можно подключить трещотку, вороток. Головки длинные. Здесь их 12 штук. Самая маленькая головка 6 мм под квадрат 1,4. И самая большая на 19 мм под квадрат 1,2. По комплектации все, чего нет в данном наборе. Отличие 94-х наборов от 108-х. Здесь нет головок Torx, но добавлен гибкий удлинитель. Головок Torx кому не нужны. То есть вам лучше выглядит 94-й набор, 94 единицы. По кейсу. Кейс темно-зеленого цвета. Он полностью цельнолитой, то есть вот сплошная зависа, соединяет две крышки. Запирание на такие вот пластиковые защелки. То есть кейс здесь обычный, самый простой. Ну, соответственно, и инструмент бюджетный. Бюджетная серия, чтобы цена не была заоблачная. По габаритам кейса. Ширина 37 см, длина 26, высота 7,5 см, вес набора составляет 5 кг. По верхней крышке инструмент хорошо защелкивается, то есть не выпадает, потому что обычно если набор дешевый, то где-то что-то выпадает. Здесь все хорошо держится. При закрывании все остается на своих местах. Пластик на наборе мягкий, но он на кейсе набора мягкий, но он пружинит хорошо. При нажатии пальцем. Град на верхней крышке логотип. И он запирается на такие защелки. Данные наборы применять лучше дома для ремонта обслуживания собственного автомобиля, для СТО, предприятий, для какой-то профессиональной деятельности. Они, конечно же, не подойдут. Потому что эти наборы больше предназначены для дома. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому понравилось видео. До свидания.